эмоции переполняют. В первую очередь в связи с тем, что ровно год назад на Дне молодежи, который был в речном порту, если вы помните, молодежь Татарстана сами обратились к президенту Рустаму Нургалиевичу Миниханову. Прошел год, и мы находимся по большому счету уже на таком итоговом готовом объекте, экстрим-парке, в молодежном центре «Уран», в республике, крупнейшем в Европе, не побоюсь этого слова. Парк, наверное, лучший в России, один из лучших в мире. Я много езжу по соревнованиям по миру, ищу самые крутые площадки для тренировок. Вот, нашел ее у себя в Татарстане, дома в Казани. Не знаю, мировой уровень, площадка самого высокого стандарта. Нет слов. Я Вдовин. Первый день Республики России. Привет. Юлия Фаниловна. Есть две составляющие, которые нас на сегодняшний день пока ограничивают, чтобы сказать, что скейт-парк открыт. Первая – это эпидемобстановка, которая должна нам четко дать возможность проведения массовых мероприятий. Это все-таки объект массового скопления людей. Мы ждем соответствующих распоряжений Роспотребнадзора и только после их разрешения откроем этот скейт-парк. А вторая часть – это, вот, безусловно, история сертификации, получения всех разрешений и документаций. Я думаю, что 2-3 недели нам как минимум нужно для того, чтобы все работы завершить. Yeah, respect it. The legacy is at the end.